Вот у нас впереди большой каменный мост, машины, на нем пробка. Здесь вот тоже можно взять или оставить велосипеда при желании. И мы двигаемся в сторону Красной площади. Мы перешли дорогу. Болотная площадь у нас вон там осталась. А мы поднимаемся на мост. И уже вдалеке видна Красная площадь. Машин много, будний день. Москва, конечно, поток плотный, в общем. Мы здесь гуляем иногда по выходным утром. Вот, конечно, выходные утром здесь свободно, просторно, машин практически нет. Ну, естественно, тише. Но сегодня вот у нас получилось так, что мы вышли на прогулку в будний день. Сегодня пятница, да? Сегодня пятница. Поэтому, соответственно, много машин. Более шумно. Не знаю, будет что-то слышно или нет. Вот мы сейчас практически уже подходим к Софийской набережной. Это набережная, которая с этой стороны Москвы-реки. И после того, как мы перейдем мост и окажемся на другой стороне Москвы-реки, там будет уже Кремлевская набережная. Вот с левой стороны у нас храм Христа Спасителя. А с правой стороны Москва-река, вот Софийская набережная, на противоположной стороне Кремлевская набережная и уже, собственно, Кремль. Такой красивый вид здесь открывается очень. Машины стоят. Да, в будни, конечно, на Москве. В Москве на машине не очень комфортно. Ну а мы сейчас направляемся, вот как я уже сказала, через мост в сторону Александровского сада. Да, пароходиков сейчас нету. Ну, нет, вообще сезон, я думаю, уже открыт. Просто, видимо, сейчас по времени еще мы не попали на пароходики. Ну вот мы перешли мост, фактически, вот уже подошли. Перед нами сейчас Боровицкая площадь и памятник Владимиру Великому. А за ним видно здание такое сероватое. Это библиотека имени Ленина. Ну и вон туда немножко правее. Мы сейчас перейдем через пешеходный переход и попадем в Александровский сад. Мы подошли поближе. Вот здесь памятник видно получше. А вот немножко правее от памятника это начинается Манежная улица. И, собственно, вот здесь уже можно войти в Александровский сад. Сейчас мы ждем светофор и переходим на ту сторону. Вот такой памятник.